Остановимся на молитву. В это время хватайся за руки. Боже милостив, будь мне грешен. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня, помилуй, Боже. Воздай милостями всем заботящимся о нас и подающие нам милостями. Благослови брата Виктора и Иоанна, возврати их в мире. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня попросили хлопцы пасти. Вы инструкцию выслушайте один раз, она для всех. Когда девочки уходят, это одинаково для всех. Вы должны ходить там в послушании. У пастуха сказал завернуть, заверни. Сказал не надо, не надо. Когда загоняете в обед сюда, аккуратно не гнать коров. Она в имя ее тяжело нести. Вижу, овечки бросились на овечек в прошлый раз. Втроем овечки в воротах сжимают. Зачем вам это нужно? Какие-то дикие. Ваня, встань прямо, не выламывайте. У нас в России неладно. Вот сейчас она была. Выйди сюда. Вот только садимся за стол. Рося начинает. Еще не подали, первого нету, ее всю уже корежит. Зачем ты это делаешь? Просто потянуться. А? Чтоб просто потянуться. Что она? Просто потянуться. За столом. Мы помолились. Помолились, сказали аминь, ты уже за столом. Вот сколько людей, никто не подтягивается. Я стал расспрашивать ваши. Твой брат Ваня, родной брат, Нестор, Енафа. Дома делала так, отвечаю. Нет, не видели. У тебя это постоянно. Теперь поели когда, и ты опять начинаешь, всю тебя корежит. Мне никто из девочек, из мальчиков этого не делает. Ты точно зачем это делаешь? Просто спать немного хочется. Ну мы за столом поели только сейчас. После еды вообще подтягиваться нельзя. Нам это мама говорила еще. А тут сидишь на скамейке и начинает тебя всю выламывать. Дома этого не было. Что это означает? Ты сама это делаешь или кто-то тебя гнет? Сама. Сама? То есть ты сознательно это все делаешь? Да. Все, я тебя нахожу за это. Раз ты это знала, что нельзя, слышала, остановись. Все понятно. Садиться будешь позже всех, выходить раньше всех. Я эту дурь с тебя выгоню. Ни дорогой, ни здесь палками не машите. Вам надо кого-то фехтовать, кого-то ударить. Сразу отойди от него. Это он последний раз, больше он не будет. Если кто-то начнет так делать, палку отобрать у него. Отобрать. И больше ему не давать. А придет, больше не будет пасти. Тарасик, ты понял, нет? Игры никакой нету. Вы пошли пасти. Ни кусты не рубить, никакие, никого нигде. В коров не кидать. Вам дано для того, чтобы если бык пойдет на вас, чтобы отбиться его по морде. Не боялись, чтобы его тут, допустим, бык начнет там. Никуда не отходить. Палочки эти все вернуть домой. Мне передадите их, чтобы другим можно было дать. Дорогой Тимофея нигде не оставлять. За Тимофея кто у нас отвечает? Паша, возьми его к себе на абордаж. Постоянно веди его где надо, тащи, чтобы он не отставал ни на шаг. Он все время отбивается, его ветром сгоняет куда-то в сторону. Тимофей, я тебе говорю, ты понял, нет? Никуда. Идешь вместе со всеми. Вчера купается, пришел, Тимофей сидит. А почему? А я не хочу. Чтоб не было. Тимофей не хочет, ни один не пойдет купаться. Поэтому за руки, за ноги его в палатку и тащите до палатки. Палатку положите и тащите его. Будешь ходить? Это необходимо? Без этого никак нельзя купаться. Летнее время, это у тебя все свое я, свои воли какое-то. Зачем тебе это надо? Притом своей воли ни разу не было, чтобы у тебя на добро оно было. Какие такие выкрутасы, я уже даже рассказывать не могу, что ты говорил. Это даже говорить нельзя. Никаких плохих слов не говорить дорогой. Чтобы нигде не было. Смотри, Кирилл, из тебя это станется. Взрослым собратьям, что требуется, благословить
посмотреть с вышки, залезьте с башни, где Ерема пасет, и туда идите. Я думаю, переобуться надо все-таки не в сапогах. Он здесь. Надеть. Ерема здесь. Ерема здесь? Да, здесь. Ну и пойдете здесь. Переобуться надо не в сапогах. В сапогах вам, ну, просто, даже если дождь будет, ничего это не значит. Вылазь сюда. Оценишь. Что ты хотел? Я ничего не хотел. А руку поднимал? Я не поднимал. Становись. Я думал, ты поднял что-то руку там. А у тебя что здесь? Это обмазал? Вареньем? Нет, это болячка какая-то. Ну-ка. Любовь Николаевна, где она у нас? Она опять скрылась. Ну-ка, позови ее сюда, пусть она осмотрит его. Что есть? Вы дорогой, когда придете там, и скажи, давайте помолимся. Здесь помолились, Нестор, дошли, благодарили встань. Богу, помолились. Обратно пришли, обратно помолились. Так, вот этого юношу осмотри, Любовь Николаевна, что у него там? Я думал, это варенье у него, подойди к ней. Подойди, что она там? Это обветрило у него. Обветрило или у него там облизывал, он шелудивый стал? Нет, не облизывал. Ничего, мы ему помажем, для того он у него есть. Сколько замещаний? Так. Ты должен стоять на вытяжку. Вот так, вот как Нестор стоит. Так, что вам дали с собой? У Еремы часы есть. Вы посмотрите, как будет 11 часов. В 11 часов маленько поедите там. В 11, а уже в 2 часа у нас тут свой будет обед. Вам понятно это? Да. Все, с девочкой мы тут разберемся без вас. А кто старше? Спаси Христос, поварам. Спаси Христос! Знаете, кто старше-то? Старше кто? Да. Вот я и думаю, кто старше. Ерема. Я все думаю и не могу определить. Я знаю. Ерема. Ерема старше, а среди вас старше будет сегодня Нестор. Я его не буду. Я за вас. Мы в келью нам переобуться. Да. Переобуйтесь все. Шарики-то сколько радости у шарика нашего. Шарика радости сколько. Переобуйся. Кирилл. Вот так, помочить надо, чтобы росло дерево. Ну, конечно. Да куда тут? А? Да шелудивый ты такой, а? Давай, иди. Пойдешь спасти коров. Не отдавайте, чтобы его рыбу задавил. Ой. Следи, тушары может. Наоборот, Ваня, ты что? Наоборот? Узким концом держи. Переобуйтесь все. Переобуйтесь в эти кроссовки, там что у вас? Ваня, ко мне. Ступайте. Ты возьми палочку. Обязательно, чтобы была палочка. Вот, Ваня, дай ему. Дай Ване. Все до одной вернетесь. Наблюдай, Ваня, за палочками ты отвечаешь. Посчитай, сколько 9. И 9 привезешь. Шарика не отпустите. Пошли, Саня. Шарик. Кирилл, ты там петлю сделай, или ты сделал? Не дай ему ссать. Палочку взял. Взял, нет, палочку? Нет, да. Взяли все, кроме тебя. Ветровку на всякий случай. Взял, взял. Взял. Ветровку на всякий случай одеть, вдруг дождь пойдет. Вдруг дождь пойдет, ветровку одеть лучше. Не, мы не...
Не трожь. Сказал, чужую собаку не трогай, уже полезла. Держи хлеб. Можно я поделюсь? Давай, тебе сделаю. Андрей! Руку сюда вкинешь? Подожди. Подписывай, бери. Ой, забегал. Ой. Я тоже хочу. Пыль столько. Игнатий Тихонович, можно я его поведу? Так, подойди, отойди, отойди. Молодец, посмотри, как я так помощился, теперь это подойдет. Так, теперь этот подойдет, обязательно скажет. Нет, моя территория. Нарема. Отойди. Ну. Так, так. Это его каноническая территория, с той стороны еще. Так, стоп. Так, теперь этот подошел. Его надо заправить, у него вода кончилась. Ну что такое, а? Можно погладить? Иди. Нет, не надо. Вот здесь еще какать. О, мамочки, рот, я туда не пойду. Какает. Ну какает. 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 Ну это видишь как, это не просто так. Это завоняло. Буксует на одном месте. О! Какой? Прямо у него такое настроение, вот-вот подерется. А он все, он радуется. Видик, видик, каждую наклонную, прямую палочку, все. Игнатий Тихонович, он просто радуется. Видик, видик, каждую травинку мочит. Его надо заправить. Шарика надо заправить, литры три выпоить воды ему. В озере. Все. Давайте, гоните дальше только, Рема. Как можно дальше вы угоните. Ну что ж такое? Это дырка. А то у тебя дырка. А у территории точно тебе подключено. Вот так. Ну все, ребята, на ту сторону выходите, давайте. Пошли. Бог помощь. Давайте, три поклона. Три поклона все положите, помолитесь. Господи, благослови нашу братью. И вразуми их. И наставь их. Аллилуйя, аминь. А Ерема, весь секрет пастьбы передаем. Тебе входить не надо, только послал завернуть, повернуть. О, вот так вот. Давайте, идите. Ты никуда не бегай, только команда. Это командный пункт. Можно я ягоды наберу для того, чтобы засушить ее? Можно. Давай. Я ее из дома привезу. Где вода-то у вас? У Кирилла. Вы попеременно давайте неси это. Воды налили? Давай. Иди, куда он загнал. Смотри, уйди. Так. Давай, гоните. Пошел. У меня настроение такое переменное. Да, Шарик? Шарик, на, помочись. На, помочись. Вот тут надо играть прощание славянки, как провожает на войну. Он пошел, глянь, как он его тянет. Это как пограничник бежит. Вон он где. Ну иди догони его. Догоняй. Догоняй, не отставай. Где Паша-то? Паша, возьми его, чтобы не отставал. Он никем не нуждается, Тимофей. И не на лишних. Ему только быть начальником хутора. Отдельно, как в Латвии. О, смотри, не знаешь, кого больше, коров больше или пастухов. Ну, шибко уж охота им. Ваня сразу козырек на место поставил, как у него. Ваня! Козырек поверни, во! О, давай, покажи на него. Тут сразу знаешь, что надо делать. Все, так надо. Ну что, проводили, братья наши? Она ела? Все, где Агния-то? Ладно. Да-то Агния есть. Это ты заплакала сегодня? Смотри как. Все нормально. Есть, говорит, захотела. Еще не работали. Вот это значит аппетит какой. Так тебе что-то на кухне-то дали? Пожевала. Ну все, ладно. Не горюйте. С
солдаты наши вернутся с победой. Прощание, славянки. Тронг-бум-бум-бум-бум-бум. Ты играла его? Около ограды. Тут вообще здорово. Пошли. Там будет время с тобой.